Приветствую вас, Елизавета. Я думаю, что нужно обратить ваше внимание на несколько вещей, которые, на мой взгляд, являются ключевыми. Во-первых, нужно понимать, что 10 лет – очень большой срок. Особенно в вашем случае, когда люди, в общем, начинали встречаться, когда были практически детьми. То есть вот вы были ребенком, он тоже. В принципе, был ребенком, а сейчас он достаточно взрослый уже человек, вот. И вы тоже уже достаточно взрослый человек, но проблема в том, что за время вашего встречания многое поменялось, вот, очень многое поменялось. И вы изменились, вы стали взрослым. Молодой человек изменился, он тоже стал взрослым. И ценности изменились, они стали другими. За 10 лет могли измениться и чувства, и восприятие друг друга. Вы можете быть, точнее, уже совершенно не тем человеком, который начал встречаться, ваш молодой человек, а ваш молодой человек может быть совсем не тем человеком, когда вы начали встречаться. Вот. А могли чувства измениться за это время в связи с переменой ценностей. Поэтому, по большому счету, вы можете жить друг с другом просто по памяти. Это неприятно. Но это, к сожалению, вполне возможно. И необходимо в первую очередь задать себе вопрос, принимаю ли я до сих пор своего молодого человека таким, какой он есть, полностью. Не вижу ли я в нем кого-то, кем он, к примеру, не является уже. Вот. Поэтому это очень важно. Очень важно этот момент для себя как можно более четко разобрать. Вот. Дальше. Чтобы доказать ему, что он не прав, да, вот, ну, я имею в виду, чтобы доказать мужчине, что он не прав в том, как воспринимает вас. На мой взгляд, желательно перестать требовать, ждать от него, что он таки сделает вам предложение. Вот. Ну, мне так, значит, мне так кажется, понимаете? Ну, вот. Такая вот история. Просто перестать
Такой вот ответ. Дальше. Значит, вы пишете, меня коробит жить с родителями. Так, кто мешает лично вам отдельно от родителей то вы живите. Живите сами. В чем как бы проблема здесь? Если вы хотите жить отдельно от родителей, вот вас коробит, а его нет. И все. Мне кажется, тут по-другому не получится. Ну, на мой взгляд, потом. Такая вот, в принципе, история. Такой ответ. А здесь вы, на мой взгляд, перекладываете ответственность за то, что хотите вы, и за то, что коробит вас, на молодого человека. Вот. И я не думаю, что это хорошо как для вас, так и для в целом ваших отношений. Вот. Такая вот история, в принципе. То, что я могу вам ответить. Вообще доказывать что-либо бессмысленно, будет лучше, если вы как-то вот больше про себя и про свои желания будете молодому человеку говорить более аутентично, я бы сказал. Без претензий, без требований и прочего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.